Я так понимаю, слово плавно перешло ко мне. Добрый день. Значит, наверное, еще раз представлюсь. Зовут меня Юрий Боярченко. Я из небольшого подмосковного городка Черноголовка. Являюсь прихожанином отца Вячеслава Первезенцева. Но меня представили как христианского видеоблогера. Наверное, правильнее будет сказать, начинающий видеоблогер христианский. Вот, канал мой совсем маленький, но речь сейчас, в общем-то, не об этом. Зачем мне Евангелие? Так звучит тема. Вообще, это вопрос... Вопрос этот очень личный, даже не только за счет слова «мне». Просто если мы зададим какой-нибудь другой вопрос, так, похожий, допустим, «Зачем мне древний китайский язык?» Я смогу, наверное, практически за каждого из этой аудитории ответить «я за вас». Ни зачем. Потому что, древнекитайская литература какая-то, она нас вообще никоим образом не касается. К нам это не имеет отношения, за исключением каких-то очень узких специалистов. Вот, если мы спросим, зачем мне симфоническая музыка? Тут, конечно, уже больше людей скажут, мне нравится, кто-то занимается, у кого-то это просто профессия. Но, опять-таки, очень немало людей, которым она просто не нужна. Она не входит в их жизнь, она их не касается никоим образом. Поэтому вопрос, в общем-то, такой не стоит. Если же мы говорим о Евангелии, Евангелии в смысле как благая весть о том, что Бог нас любит, о том, что Бог пришел в этот мир, Бог, как известная фраза, да, Бог стал человеком, чтобы человек мог стать Богом. Вот об этом благая весть. Вот эта благая весть касается каждого из нас, абсолютно каждого. В каком-то смысле, это как закон всемирного тяготения. Вы можете его не знать, вы можете от него отмахиваться, он вам может даже не нравиться, я не знаю, если есть такие люди. Но это вас касается в любом случае. То же самое и с благой вестью о любви Божьей к нам. Мы не можем просто так от этого отмахнуться. То есть отмахнуться мы можем, но все равно это будет продолжать иметь отношение к нам. Но в отличие от законов физики, которые они неукоснительны для всех, Господь, он не навязывается. И действительно человек может сказать, мне Евангелие не нужно. Окей, это твой выбор. А если человеку оно нужно, то здесь возникает такой момент – этот вопрос разрешается, в форме взаимодействия человека и Бога. Человек – это личность, и Бог, тем более, понятно, это личность. Когда есть две личности, между ними возникают какие-то отношения. И поскольку все люди разные, эти отношения уникальны. То есть именно поэтому до конца на вопрос «Зачем мне Евангелие?» может только каждый человек ответить для себя лично, и не более того. Кроме того, любые отношения, они не могут... Это вещь динамическая. Они не постоянные, они меняются, они развиваются, или наоборот, они могут деградировать. Поэтому это тот вопрос, на который, наверное, мы призваны отвечать себе в течение всей нашей жизни. Вот. И, собственно, я попытаюсь дать ответ для себя, на сегодняшний день буквально. Потому что, наверное, еще месяц назад или два этот ответ мог бы быть каким-то другим. Через полгода что-то изменится. Как я сейчас отвечаю для себя. Здесь тоже важно понимать, что поскольку мы говорим о наших личных взаимоотношениях с Богом, то чтобы себе ответить, наверное, прежде всего нужно заняться каким-то самоанализом, попытаться вообще понять себя, определить себя, кто ты есть в этом мире вообще. Как можно себя определить? Самоидентификация какая-то нужна. К тому моменту, когда я начал вообще как-то задумываться, определять себя, когда это происходит более-менее с человеком в подростковом каком-то, позднем подростковом возрасте, я мог бы ответить,
Ну, прежде всего, что, наверное, я русский, да. Я мог сказать, что там, я патриот. Естественно, я был там, православным с детства, да, это все можно было сказать. Ну и был, в общем, какой-то целый, ну, набор, ну, не штампов, как бы, а неких определений, ну, вот, которыми я мог бы себя описать. Но жизнь так складывалась, вот моя лично, что с годами все это потихонечку начинало отваливаться. Ну, например, если говорить, что я человек русский. Я дело в том, что не очень понимаю, какой человек русский вот сейчас, да? Вот люди, которые постарше меня, я родился в 86-м году, да, люди, которые постарше меня, это люди, можно сказать, ну, советские, есть вот, ну, как бы советский тип человека. Я ничего негативного не хочу вложить в это определение, да? Но, тем не менее, люди, которые родились уже, скажем, лет на 10 попозже меня, в середине 90-х, это вот, ну, в каком-то смысле такие новые русские люди, молодые люди, они совершенно принципиально отличаются от тех, да. А я оказался в каком-то вот таком промежуточном состоянии, я зацепил немножко Советского Союза, но, с другой стороны, мне было всего 5,5 лет, когда он развалился. Поэтому и советским человеком я себя назвать не могу, хотя, безусловно, я много впитал из той среды, да, из того просто культурного кода. Ну и от тех вот молодых ребят, которые родились ближе к концу 90-х, в нулевые, я, конечно, очень сильно отличаюсь. Поэтому какой человек русский, мне не ясно. Русский человек с точки зрения, ну-ка, не знаю, какой-то поведенческой, тоже нет. Я не случайно упомянул вначале, что я родился в небольшом подмосковном городке. Более того, это был Наукоград. Город, который был вот искусственно построен в 50-е, ну, и дальше он строился, развивался, и сейчас растет потихоньку годы. Его основная часть – это была научная среда. То есть это были ученые люди, которые, ну, скажем так, довольно сильно отличались от среднестатистического там, советского человека. За счет этого в городе, в моем, вырос такой совершенно сложился особый микроклимат. Мы жили как-то, детство было такое очень спокойное, мы были в стороне, у нас не было никаких электричек, то есть мы варились в таком своем собственном соку, среда была достаточно интеллигентная, то есть не было каких-то проблем зайти в соседний двор, что тебе там шею намылят, ничего этого нет. Я слышу, что у людей это бывает, которые жили там вот в Москве, ну и в других больших городах, вот эти там битвы какие-то. Всего этого не было. В общем, в итоге я понимаю, что мне очень трудно как-то идентифицировать себя с какой-то социальной средой, с национальной, да. Я говорил, что я вот считал себя патриотом, но сейчас мне тоже возникает вопрос. Я патриот в очень узком смысле. Мне нравится там мой город, да, еще, может быть, несколько мест в стране, которые, ну, вот как-то очень связаны с какими-то важными моментами в моей жизни. Но в целом сказать, что там, я люблю Россию, Россия очень большая. Вот, я не могу ее любить все одинаково. Для меня это очень как-то странно. А березы пресловутые, да, ну, как известно, они и в других странах точно такие же. В общем, здесь тоже какой-то возникает затык. И, в общем, вот так вот отметая все, как такое, прям как апофатическое богословие, да, я остался, собственно, с одним единственным определением. Когда, если спросить, вот кто ты, да, я отвечаю, что я христианин. Вот у меня другого какого-то, так сказать, якоря, да, нету. Вот. Ну и если ты христианин, тогда, конечно же, христиане же очень разные. Но есть, наверное, какие-то, ну, общие черты, вот, когда ты можешь сказать, что вот это христианин или нет. И одна из центральных вещей – это, собственно, принятие Евангелия. Можно, разные христиане по-разному относятся там, к учениям святых отцов, да, святые отцы между собой дискутировали, все это есть. Есть много каких-то форм христианства, но вот Евангелие – это вот то общее, что действительно у нас есть. Поэтому для меня
Сейчас я уже говорю о Евангелии, да, не как о благой вести, к этому вернемся, а как о книге, да, вот, о описании жизни Христа. Вот, соответственно, Евангелие становится для меня неким, ну, неким, но текстом, который, в общем-то, просто определяет мою жизнь, мое отношение, по которому я могу сверяться, с которым я могу сверять свою жизнь. Это я делаю по-христиански или нет. То есть это некий, ну, в хорошем смысле, да, учебник жизни. И штука эта очень практическая. Действительно, очень часто... Даже, может быть, не какие-то конкретные слова Христа, да, не какие-то эпизоды там, из его жизни, но сам тот образ, который формирует Евангелие, образ Христа, он является эталоном, мерилом. Это известно, что если ты сомневаешься, сделать что-то или не сделать, представь себе, сделал бы это евангельский Христос или нет. Мне в жизни очень часто этот принцип помогал, потому что как бы там никакие бы отмазки и оправдания для себя я не находил, стоит подумать, а Христос так сделал бы, и получалось однозначно, что нет. Это мне часто помогало, к сожалению, далеко не всегда, тем не менее. Вот отец Александр Мень сказал... что хотите быть счастливыми, возьмите Евангелие, посмотрите, выберите оттуда несколько главных заповедей и хотя бы один месяц попробуйте прожить так, как там сказано. Вы сами почувствуете, что это не пустые слова. И это действительно так. Действительно, это некий путь к счастью. Но, с другой стороны, я думаю, каждый из нас с вами, кто вот реально пытался, ну, взять хотя бы какую-то одну заповедь и вот ее усиленно, неукоснительно исполнять, как-то духовно возрастать, тот рано или поздно приходил к поражению, понимал недостаточно своих собственных сил. Но самый простой, наверное, пример мы можем взять – Великий пост, как мы его всегда начинаем, на каком подъеме, да, к концу, как правило, ну, у подавляющего большинства христиан, насколько я знаю, и по себе прежде всего, к концу настрой уже не такой бодрый. Вот, многое не удается, не получается. И вот здесь важно... Здесь мне хочется вспомнить, вернуться к тому именно смыслу Евангелия как уже не как книги, а как благой вести. То есть Евангелие, с одной стороны, это некие наши указания, как нам жить, а с другой стороны, благая весть Божия говорит нам о том, что Господь любит нас, любых. Клайв Льюис, которого отец Александр очень любил, и католический французский каноник Анри Кафарель, тоже вот я взялся читать его книжку, под влиянием отца Александра, он на него ссылался много. Так вот, они практически в один голос говорили, Льюис и Кафарель, что смысл, собственно, наших усилий, мы должны изо всех сил стараться жить по заповедям, христианским, по-евангельски. Но смысл всего этого в том, чтобы, наконец, осознать, что мы не можем ничего, что у нас ничего не получается. И вот здесь начинается настоящее обращение, когда мы говорим, что «Господи, я не могу ничего, поэтому, пожалуйста, Ты возьми меня, и вот пусть я стану Твоим орудием». Вот, собственно, вот это благая вещь, что Господь не отворачивается от нас никогда. Сколько бы мы ни падали, сколько бы мы там вполне справедливо не считали себя недостойными, Он от нас не отворачивается, и Он нас спасет. Но если мы, разумеется, искренне в своем этом стремлении. От нас надо не так много, нужно просто устремиться к Богу, захотеть хотя бы устремиться. И вот, собственно, резюмируя, наверное, я так и скажу, что для меня Евангелие, зачем оно мне, зачем мне Евангелие? Евангелие как Писание –
это для того, чтобы, ну, хотя бы примерно представлять, как мне жить и как поступать. А зачем мне Евангелие как благая весть? Ну, это благая весть о том, что... Вот то, что Господь и сказал, что я с вами во все дни до скончания века. Что как бы я низко не падал, как бы у меня плохо не получалось следовать заповедям евангельским, что Господь все равно со мной. И только остается мне захотеть быть с Ним. Вот как-то так, наверное. Юрий, секундочку, спасибо большое. У меня остался только один вопрос. Вот мы познакомились, в общем, с вами, ну, вот группа, которая ведущих там, да, благодаря вашему одному из роликов в видеоблоге, посвященных отцу Александру Меню. Как раз это было, наверное, в сентябре, да, приурочено к известным событиям. Так вот, вопрос, как отец Александр Мень повлиял на ваше понимание Евангелия? Да, я изначально собирался об этом сказать, но потом как-то... У меня нет большого опыта публичных выступлений, меня так немножко... я перепрыгнул. Я хотел сказать, что вот моя самоидентификация, да, как христианина... Вот два слова буквально о моем этом христианстве. Дело в том, что я в храме, в общем-то, с детства. Ну, меня крестили, мне было 3 года. Но регулярно храм я начал посещать, наверное, лет с 8 примерно, вот так вот. И, в общем, это довольно удивительно, как я сейчас понимаю, наблюдая за детьми многих моих верующих знакомых и наблюдая за своими детьми. У меня не было никогда периода, как у многих вот бывает подростков, что человек ушел из храма. И вот когда он перестает ходить. Нет, более-менее я, в общем-то, всегда был в церкви. Каких-то, ну, больших перерывов не случалось. У меня не было кризиса веры, каких-то особых таких сомнений. И это, с одной стороны, конечно, очень хорошо. Это, наверное, уберегло меня от многих, так сказать, глупостей. Но, с другой стороны, всегда есть опасность вот для людей, которые всю жизнь с детства в храме, что это превращается в какую-то, ну, не то чтобы рутину, нет, но ты немножко окукливаешься, и твое христианство становится таким карманным, уютным. Люди, которые во взрослом возрасте приходят в храм, или которые были там в детстве, потом ушли и снова уже там через много лет возвращаются, у них всегда происходит какой-то, насколько я понимаю, ну вот некий, ну, некий щелчок в жизни. Что-то такое случается, вот, что заставляет их встрепенуться, о чем-то задуматься. Как, вот у меня, не знаю, у меня все было так ровненько, никаких особых потрясений не было. Там, я молился и по мере сил там исповедовался, как-то причащался. То есть, ну, регулярно жизнь шла, но сейчас я понимаю, что, в общем-то, там, ну, не было никакого-то развития. Все было довольно ясно. Вот. И примерно с год назад, чуть меньше, наверное, все-таки этот такой щелбан мне Господь отвесил. Это, собственно, оказалась книжка отца Александра Меня «Сын человеческий». Книга, про которую я знал очень давно. Она много лет лежала у меня дома. Она просто вот, я уже не помню, как она у меня появилась, она лежала у меня дома, я на нее смотрел, я знал, что о ней очень хорошие отзывы, вот, но совершенно не представлял вообще, да, что меня ждет. Но я как-то так смотрел, да-да-да, надо прочесть, надо прочесть. И, честно говоря, вот я не знаю, это действительно было такое маленькое чудо. В какой-то день я просто взял ее и начал читать. И вот с первых же строк я просто туда так провалился. И меня поразил тогда, поразил, ну, во-первых, насколько для меня отец Александр открыл Христа, открыл вообще евангельский контекст. И поразило, что, оказывается, даже есть целая наука, библеистика, что это изучается, что есть там тысячи работ, написанных на эту тему, что это действительно целая наука. И можно также, ну,
Об этом можно говорить не только в категории каких-то мифов, сказок, да, но здесь есть некая целая прям вот стройная система у отца Александра выстраивалась. Для меня это было очень важно, потому что я сам получил техническое образование, физик по образованию, хотя никогда наукой не занимался, но вот этот образ стройного мышления для меня он очень важен. Какие-то вещи очень трудно воспринимать просто на веру, хочется ну хотя бы какой-то логики, какого-то объяснения. И отец Александр мне вот это вот дал, его работу, и потом я стал, естественно, читать дальше его там «В поисках пути истины и жизни». И я просто думаю, ну ничего себе, оказывается, сколько всего есть, сколько всего можно узнавать, и я вот просто как, ну вот, как пылесос начал читать, изучать разных авторов. Вот так от отца Александра это потянулось, пошло на других авторов, и к его книжкам я, конечно, еще там «Непочатый край». Вот. И, собственно, вот это привело к какому-то, да, переосмыслению полному христианства вообще для меня. И Евангелие, в частности. Да, извините за длинный ответ. Спасибо большое, Юрий.